Вячеслав Шараев, 13 лет, село Хмелево, Черноморский район. Чемпион школы по армрестлингу, старательный ученик и активный участник школьной жизни. Несмотря на все ограничения, своим примером доказывает, что дорогу осилит идущий. Он учится у нас по общей программе вместе со всеми детьми, хотя у нас есть адаптированная программа именно для такого ребенка, так как у него есть немножечко там, да, проблема. Он тянет программу общую, и мы вот уже планируем сейчас, что будем сдавать экзамен в 9 классе, как бы на уровне всех. У нас нет такого, что он у нас болеет или еще что-то. Он на уровне всех, он полноценный член семьи, который должен там выполнять какие-то определенные свои обязанности. Так же само может там и поругать мы его можем. Ну, мы не делаем никаких вот, допустим, там этих, что у тебя что-то болит. Нет, у тебя ничего не болит, значит, ты, ну, такой, как все. Ну, стараемся, конечно. Но я думаю, что и внутренняя, и помощь социума. Потому что если ребенок не будет социализирован, ну, ничего. Даже если у него будет внутреннее стремление, если он не сможет общаться с обществом, то ничего с ним. Ничего из этого не получится. Вот так. Я почти его не отличаю от других детей. Он уже влился в коллектив, и отличий никаких нет. Вот. И занимается с ними. Индивидуально я с ним работаю, но по базовой программе он от коллектива не отливается. Он в команде, занимается в команде, тренируется в команде вместе. Вот, да, наравне со всеми. Поэтому вливаем социум, еще начиная со школы. Целеустремленный, активный, сильный. Этот застенчивый парень, кроме прочего, умеет быть и душой компании. Он дружелюбный, он общительный. Да, добрый. И еще бывает классные шутки рассказывает. Смешно. Например. Да. Пошутить любит с Лёшкой. О чем больше всего на какие темы шутят? Ну, больше про школу иногда. Да. Прошлый год в жизни юноши был насыщен множеством ярких событий. Но самым запоминающимся стала, конечно же, церемония награждения премии общественного признания «Преград нет». Слава поделился своими воспоминаниями об этом важном дне. Это мне осталось воспоминание, то, что как меня награждали, как аплодировали, как Сергей Аксенов пожимал мне руку. Киста в правой теменной области, левосторонний гемипарез, третья группа инвалидности, для многих звучит как приговор, но не для Вячеслава. Глядя на этого сильного духом юношу, действительно веришь в то, что для целеустремленного и волевого человека преград нет.